Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это передача «Люди» или «Что от них осталось?». Это наш субботний выпуск, специальный, как мы и обещали. В этот раз мы будем следить за модными. Модных, как известно, осталось меньше 1%. Вот, и они очень хорошо прячутся во всяких городских... всяких городских окраинах, или вот как сейчас мы находимся в центре, но в центре здесь заброшенный парк, и тут наверняка есть модные. Вот мы сейчас посмотрим, где они здесь есть. О, это модный, да, это модный. Смотрите, он прихорашивается, видимо, вчера была вечеринка. Это модный, вот он нас пока не видит. Вот это модный, смотрите на него внимательно, они все всегда стильно одеты. И ведут себя... Ой, мне кажется, он нас увидел. Давайте попробуем поймать его. Давайте найдем. Давайте. Модный убегает. Сейчас мы одного модного упустили, но, знаете, они обычно группами бывают. Вот. После вечеринки они отдыхают иногда в одном месте. Сейчас мы попытаемся выйти на его след. Обычно модных очень легко выследить. Вот, сейчас мы еще посмотрим, что мы видим. О, куртка! Это модная куртка. Это одна из модных курток. Да. Смотрите, натуральная кожа. Точно, это модный. Где-то здесь модный. Сейчас мы найдем. Где-то здесь модный по-любому. О, модный. Вот он, модный. Смотрите, вот он, они бегут. Вот, модный бежит, модный. Это модный. Модные любят собираться у разных красивых, модных, старых домов. Вот это один из заброшенных домов. Вот, он очень модный, как видно. Мало кто знает, но о модных можно вытравить, как-то их привлечь флаерами или скидками, бесплатными проходками или чем-нибудь в этом духе. Вот у меня есть одна бесплатная проходка, вот, в клуб. Сейчас я попытаюсь. Модный! О, видите, модный! Модный! Иди сюда. Смотрите, он идет. Редко кто снимал модного вблизи. Смотрите, ой, какой самец. Это настоящий модный. Он модный. Смотрите, какой ремень. Это модный. Мазь, модный. Тихо. Вот, близко. О, боже ты мой, модный. Модный, бери. Модный. Модный. Тихо. Модный взял. Смотрите, он оценивает флаер. Боже. Он, кажется, понял, что флаер просроченной вечеринки. О, боже, модный бежит за мной. Боже, нет. Уважаемые телезрители, мне удалось спастись. Как видите, я продумал этот момент и специально не модно оделся. Видите, да? Я не модно одет. Не модные. И они незаметны для модных. Понимаете, у модных только модное видение. Вот. Ладно, сейчас я попытаюсь найти лежбище модных, так называемый чиллаут. Но модных привлекают вспышки фотоаппаратов, кинокамеры, телекамеры. Поэтому я ставлю камеру здесь и попытаюсь найти их самих, их чиллаут. Все, я скоро вернусь, до встречи. Ха-ха-ха!